Я не знал точно, кем я хочу быть в детстве. Однако были мысли о том, чтобы стать политиком, ученым, заниматься проблемами экологии, изучать природу, явления природы. В итоге реальная жизнь, общественная, социальная, она интересовала меня больше. Взаимоотношения людей, устройство политическое, государственное. Поэтому я выбрал именно юриспруденцию, потому что она дает возможности узнать обо всем этом и применить свои знания, в общем-то, в любой практически из отраслей. Моим любимым предметом в школе была история. Как всемирная история, так и история Беларуси. Обществоведение учить целенаправленно я начал только в 11 классе, когда окончательно определился со своим выбором поступать на юридический факультет и понял, что это тот предмет, который я буду сдавать на ЦТ. Занимался я на уроках в школе, плюс при подготовке к занятиям с репетитором. Ну, это, наверное, 2-3 раза в неделю. Когда я сдавал репетиционное тестирование, с каждым разом результаты все увеличивались. Но я понял, что на верном пути, поэтому не стоит ничего менять в этой системе. В ДНЦТ, когда я увидел вопросы, то понял, что все они мне знакомы. И я, в общем и целом, знаю ответ на каждый из них. Поэтому просто остановил себя, чтобы не начать это все писать прямо со старта. Решил все обдумать, сначала сделать на черновик, и после уже, когда пойму, что это точный и окончательный ответ, перенести это в план. 2017 года он пришел к нам на должность помощника адвоката. В свою очередь я являюсь адвокатом, непосредственно какие-то дела вели вместе. Могу сказать то, что когда он пришел, сложились исключительно положительные, скажем так, эмоции, потому что приходит парень, не успел закончить юрфак, в костюме тройка, и, естественно, все понимают, что он очень серьезно настроен. За это время он уже успел себя зарекомендовать как отличный, надежный коллега, который всегда поможет, даже если ему позвонить посреди ночи, он всегда выручит с любым вопросом. Ну и кроме того, он очень обаятельный молодой человек, очаровал у нас все бюро, да и кроме того, всех помощников судей сюда, города Минск. Когда я переехала в этот кабинет и, собственно, начала сидеть буквально вот в метре от его стола, оказалось, что он не только прекрасный как специалист, который по 1000 раз перепроверит все задания, которые ему поручают, или он поручает кому-то другому, забавный и с которым можно пообщаться на какие-то нерабочие темы, а также, что немаловажно, он периодически делится своими обедами. Помню этот момент, гостил тогда у бабушки в деревне, вот, и не мог посмотреть сам свои результаты. Поэтому попросил своих знакомых. Вот, ну и когда узнал, что 100 баллов, то, конечно, я знал, что будет результат большой, но что будет именно 100, даже были некие сомнения, не закралась ли здесь какая-то ошибка. Эти 100 баллов помогли мне поступить туда, куда я действительно хотел. Я рассматривал и другие вызы, но все-таки хотел именно на юрфак БГУ, на бюджетное отделение. Не хотел напрягать своих родителей. Вот. А сейчас это напоминает мне о том, что если ты действительно чего-то хочешь, то это у тебя обязательно получится. Ведь желание – это 1000 возможностей, а не желание – множество причин.